Трудно переоценить роль клубов по интересам в жизни подрастающего поколения. Именно в них ребята находят своих единомышленников и наставников, которые помогают расти и развиваться. Именно клубы объединяют самых неравнодушных и увлекающихся. Такие ребята и принимали участие в фестивале подростково-молодежных клубов. Театральная площадь и близлежащие парки были заполнены приехавшими со всех концов нашего района ребятами. Были здесь юные певцы и танцоры, спортсмены, поисковики. Они собрались, чтобы, как говорится, на других посмотреть и себя показать, а также пообщаться, обменяться опытом и найти новых друзей. Ребята объединяются по интересам. Есть военно-патриотические клубы, есть спортивные клубы, есть творческие клубы. Есть общественные организации творческого характера, творческой направленности. Это место, где ребята могут самореализоваться, они, ну, не только в науке, в учебных заведениях, а здесь творческий потенциал использовать на благо. Ребята знакомятся, ребята объединяются. Клубная форма – это как, знаете, как вторая семья для ребят. Брейк-данс сейчас переживает взлет популярности. В нашем районе он имеет многочисленных поклонников благодаря активной работе клуба Street Style Crew. Сейчас, на самом деле, очень большие обороты набираем по численности людей. Вот. Детям очень это нравится, так как здесь в этом танце не только, можно сказать, танец, но и прежде всего это спорт. Силовые, акробатические, гимнастические элементы – все это присутствует в этом танце. Вокальный клуб «Гармония» объединяет молодежь, которая очень любит хорошую песню. Для меня это большое развитие. Я думаю, что надо приходить в такие клубы и заниматься пением, потому что, ну, это развитие для нашей молодежи в первую очередь. Так, конечно, да, удовольствие – это огромное удовольствие быть на людях. Я люблю быть на людях. И для меня это большая радость выступать для людей. В год 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков особенно важна и актуальна поисковая работа, которую проводят в клубе «Патриот» Славянского сельхозтехникума. Никто не сделает это, кроме нас, потому что это важно – сохранить историю, сохранить память нашим потомкам. Все новые исполнители демонстрировали свое незаурядное искусство со сцены. Визитная карточка клубов показывала область увлечений и достигнутый уровень. А вокруг кипела яркая фестивальная жизнь. Можно было попробовать себя в реконструкторском бою, можно было узнать все подробности о деятельности того или иного клуба, можно было прямо здесь в него записаться, что, кстати, и сделали 20 ребят. Все участники фестиваля были награждены почетными грамотами. За лучшую работу поощрены клуб брейкданса Street Style Crew, военно-патриотический клуб «Патриот», молодежный клуб «Парус», танцевально-спортивный клуб «Академия». Славянский сельхозтехникум отмечен за отличную организацию работы клубов. Завершился фестиваль дискотекой для всех его участников и гостей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».